первый захожу. Что? Слышно что-нибудь? Вроде ничего не слышно. Ладно, на второй. Вроде чисто. Есть, на третьем. Где? На третьем сидит, меня пасет. Прям на подъеме. В смысле на подъеме? Ну, подъем с лестницы. Прям у него? Ты на второй поднялся? Я на третьем уже. Туда быстренько пробежать сможешь прямо и лечь там где-нибудь возле окна? Просто прям пробегаешь и там ложишься. Ага. Откуда? Минус. Двое? По-моему, да, либо он в Меченку успел забежать. Аккуратно, душ, смотри. Не знаю. Да, двое минус. Встань вот здесь, это вот так. Да, да, сейчас, я хочу. Сейчас. Я сейчас дверь открою. Кто-то есть там. Не вижу я его. Кто-то ходит. Вижу. Слева, справа? Слева. За закрытой дверью или что-то такое там. Вдалеке? Да, вдалеке. Дам гранату. Вот он стреляет. Он гранату пушил. Минус. Угу. Двое? Если двое. Ты залагал? Ты, я сзади, я сзади. Чувак. Они еще в... Возможно, к богатой уже ушел. А, я потом сидит. Убил одного кого-то. Призип, хз, без сумки вообще прорисовался. Призипом, сейчас чекну. Ой, еще есть искаечка. В лесу. Над богатым лес. В сторону БПЛА, как если идти. Я у синего. Давай посмотри, как будет по мне работать он, если увидишь там его сбоку. Ну это явно не он. Тут где-то СКС должна быть. Вот он. Это не СКС, это калаш. Это, убьешь его или ты по мне работала сейчас? Это не я работала. Ну, это... Ты по нему? Да. Ага. Ты убила его. А двое! Убил? Убил. Ё-моё, блин. Так, это ж я убил? Да, это я убил. Отлично. Давай своего лутай. Я пока прикрою. Не знаю, куда он не попал, но это было очень больно. А, так тут еще один лежит. Я убил его, что ли? Ё-моё. А, это они друг друга тут постреляли. Вот что случилось. В этих лесах. Они ходят кругами, блин. Все, собрал. Потерялись? Как ворон. Чайка, блин, не ворон. Че сразу вот лежишь? Это не по мне, кстати. Куда он проебался-то? Ниндзя ебаный! По-моему, не по мне. Снайпер, походу, стрелял. Нет. Вот, сейчас убили бота. Ай, Бировиц, нет, не убивай меня. Два. Минус два.
Двоих убил? Да. И скрыт не по мне. Не, я понял, что не по тебе, я потому что я слышал выстрел типа ДВЛ-ки или СВ-шки, я думаю, это снайпер. Чел с этим, с барабанным магазином. ВПОшка, по-моему. Боты мертвые тут у лесопилки. Ну, стрелял уже, я прилично. Да-да-да. Следует меня по кустам. Минус. Минус еще. Шестые, что поинтереснее. Я понял тебя, короче. Цветорезом. Вот я. Ты бегаешь, да? Нет, нет, буду тебя. О, номер. Я его не вижу. Чувака? С какой стороны от тебя? Пчеловод, пчеловод. Ага. Серьезно, бля? Да. Питался кучу урона. Вы не разменялись? А, нет. Гировец это, да, с одаркой убил его. Гировец даже был? Да. Девятый уровень был чел, кстати. Он с ударки просто меня тушил, не знаю, впитывал и... Как там, пофиг. Ух ты, кого-то я прошел мимо. Еще двое. Один минус. Где кто бегает, скажи мне. В административке? Да, там топорист. Там двое, двое только что убили топориста. Справа, в правой части административки. Я на первом. Там стекло не простреливается, что ли? Должно. Я не работаю. Да, помню ответку. Вон он убил! Ты работал? Нет. Бот вот этого убил. Минус. Он лагал вообще. На кухне, да? Я его сзади закажу по первому этажу. Не умирай. Все. Живой? Нет. Где он, на кухне? Да. Тут двое. Убил обоих. О, Мосинка! Смотри осторожнее.
тоже на первый. За кинотеатром, мрак. А, не надо прикрытие, у меня патронов не осталось заряженных толком. Ты по ключке, да? Я. Ага. Где он? На улице. Это? За кинотеатром. Ты ходишь? Лег, да. Есть выход. Вон он, тише. У меня на тропе ботов. Двое. По тебе? Чёрт, ты трое. Надолго. Четверо, мэт. Убил. Убивай. Убил? Он очень живучий. Кинул хал в сторону воды, одного убил. Дал хай я туда. Он далеко ушел, спустил. Дальше, да, вот правильно кинул, но дальше. Он впитал все три попадания, так что он сейчас очень колен. Охерись. Я рядом. Что это дым. Твои, это дым был. Я не пошел, я лечу там уже давно. Без звука. Тебя убили? Без звука, вообще не было звука. Я слышал какой-то сейчас звук попадает. А мне сюда прилетело. Слышал откуда? Я не слышал, откуда слышал. Станк, скорее всего, да. Надо ближе к нему подходить, раз он там. С какой-то снайперкой. Подходите, убивать его. Я через самолет пошел. Флешка. Еще было. Он где-то у меня. Камни. Да, да.
Нет. Одного убил, еще есть. Да-да-да. В правой части. Где-то делает. Справа обхожу его. Ты подошел туда к зеленке? Я уже, да, прошел сюда сильно. Вижу, вижу, убегает в сторону выхода. Влево от выхода идет к забору. Потерял его. Ага, вижу. Убил. Хорош. Это ДВЛ была лишенная. Пойду своего чек. 39-й. У нас еще там где-то один, где-то хмырь, блин. Да. Вот он, Никита. М700 у него. Моя МК забрал? Я забрал МКу, наушники, сумку. Кто? Не, я, не, не. Это по боту. С камня, по боту. Убил. Хорош. Одетый был, нет? Одетый, в черной каске это. Типа юнтер или как она там. Блин, слушай, по-моему, тут в черной каске был, но... А, вот он. Хорошо. Что, он вообще вниз прям почти упал. С самого верха. Почти на самый низ. Кувыркнулся. А, в горке, ну в которой ты ходил, там зелененькой. Ну вот его я и видел, бегая еще. И рюкзак дикого, по-моему, был. Да. Так, снайперский камень есть один чувака. Убил. Угу. Надо найти Сэмка этого стрелка, бля. Моя граната. А вторая? Ты подходишь ко мне, камню? Да-да-да-да-да. Вот я прыгаю. Да-да-да. На open field прям. С оружием в руках? Подожди, тише! Сука! Крыса была, убил. Да, лежал просто в травке. Вот так, он. Сзади глушитель тропоботов. Я. А. По мне? Опа. Откуда, понял? Не знаю. Ай-яй, больно, больно. Прям вообще хреново, я спрашиваю. Это где был? У поваленного? Да, от поваленного шел тип. Но тебя с платного могли видеть. Да, есть. С платного, я в ту сторону идет. Я убью его. Спрячься, главное. Я спрятался. Минус алтын. Открывай. 33-й тег. А у меня тоже тег. Кстати. С рсаской. Ага, я понял. Сок один выкинул, пей. Теплом, нет? Да, теплом. У меня тековец 43-й с МК с теплом. А ты убивал мышь, это не теков? Не знаю. А, вот. Ох, как ты опасно лежишь-то. Залупа, нет? Ну, нормальный такой. Не тековский пацан? Нет. Эрденас какой-то. Пошел, да? Я видел засвет, который двигался по кустам. Угу. По-моему, вижу что-то. Погоди секунду. Да, это был человек. Убил? Нет. За камнем ты или он? Он.
убил. Хорошо. Я ему чисто через кусты туда засыпал, как бы. На тепло. Там нормально? Не вижу его. Да, блядь, ты, сука! Убивать не стоило, правда. No. Sorry, можно было отойти назад и не палиться просто. Мой косяк. С этим квестом. Во-во-во-во! Не успал. Пойдешь за триггером? Конечно. Что-то начни ты там? Я. А где у тебя там? Выход на улицу. То есть ты внутри, они снаружи. Я внутри, они мертвые. Понял. Похоже. Давай этот магазин. У магазина? Я у магазина. Двое у синего контейнера. Бля. Пошел нахер. Одного убил. Где граната? Металло бегал. Да-да-да, он вон по контейнеру бегал. Внутри в контейнере. Все еще. Убил. Машинка. Оу. Главный проход. Убил. Я лево смотрел, он справа был. А я их слышал еще, и ты говоришь так, типа, в магазин. Я такой, в смысле? Поворачиваюсь тогда, блин, а дайте тут сидят, на меня смотрят. Думал, ты тут сидишь. Что, пойдем? Еще один. Кстати, тоже Мосинка и калаш, типа. А калаш глушенный, нет? Нет, ну Мосинка глушенная. Да-да-да. О, ну это вообще грустный. Он даже умер грустно. 10 уровень. А, сейчас ты шевелился? Да, и я сейчас... в магазин стреляю. Ага. Ник, ты шевелился. Ты убил? Тебя убили? Да. Решала сидит. А где? На третьем. Коин, ключ от лабы. А, здесь еще трупы, ёптать. Я тут походу взорвал еще двоих случайно. Слышишь? Случайно взорвал? Походу да. Было неплохо. Да, я их ФК обоих тут еще положил, еще двоих плюс к тем, которые тут были. Hit Danger какой-то здесь убил типа. Да? А вот это мой. Ты все везде заложил, да? А, да. Все сделал, что хотел. Я в голову убил севки. В голову F1.